Популярный вопрос: где же брать идеи? На самом деле у каждого из нас в течение дня приходит огромное количество фантазий и идей. Зафиксируйте одну из них и просто начинайте действовать. Если вам понравилось наше видео, пожалуйста, ставьте лайки. Вступайте в наши группы в Фейсбуке, в Одноклассниках и ВКонтакте. Конечно же, подписывайтесь на наш канал и, как всегда, спасибо вам за то, что вы у нас есть.